รอบรูปยังเป็นจิ้นยังเป็นจิ้นรอบรูปมันวิ่งได้เราเรียกว่าПривет, друзья! Продолжаю свое путешествие по острову Пхукет. Сейчас я еду в центральную часть острова, в знаменитый старый город. До этого я поймал автобус Smartbus на пляже Патонга и доехал до пляжа Сурин. Smartbus мне обошелся в 100 бат. Данный автобус идет до аэропорта Пхукета. После пляжа Сурин я зашел в приложение Bolt и взял такси до центра Пхукета, до старого города. Такси, конечно, оказалось недешевым, целых 400 бат. Это был современный внедорожник Isuzu с кондиционером и пожилым таксистом в придачу. Такси я взял потому, что не арендовал байк, так как у меня нет международных прав, а также нет тайских прав для вождения байка. Насколько я узнал, штраф за отсутствие прав, либо недействительные права, 1000 бат, примерно 2700 рублей, если вас остановит местный тайский полицейский. Так что, если собираетесь в Таиланд и брать в аренду байк, рекомендую сделать международное водительское удостоверение. Это будет гораздо дешевле и эффективнее. Ну а мы продолжаем движение к старому городу. Так, а я приехал в центр старого Пхукета, это старый город, и пойдем сейчас гулять вот по этой улице. Это у нас типа Арбата местного. Зашел перекусить в китайскую кафешку. Сейчас покажу. Они уже унесли меню. В общем, покушать получится на 200 бат вместе с напитком. Вот такая штука. Это у нас чай с каким-то фруктом. Попробуем. Никогда не пробовал. Так, все, отобедали. Теперь я зашел на территорию храмового комплекса. Но пагода уже закрыта.
Вот там девушки фотографируются. Я тоже сделал фотки. Здесь тихо, спокойно, хорошо. Необычно, конечно, после множества церквей, которые видишь в России, увидеть такие вот места необычно. Так сказать, архитектура абсолютно такая отличается, но есть кое-что общее. Например, украшения золотом или позолотой. Такие типа небольших купольцов. Вот там заборчик, например, видно, да? Золотом украшен. У нас объединяет нас в общем. Там сзади меня таксист едет. Так, ну продолжаем гулять по старому городу. Посмотрим, что тут еще есть на старом Арбате. Ну, типа старого Арбата улицы, там в основном все торгуют. Сувениры, одежда, еда. Все как и везде тут. Туристическое место все-таки. Вон сзади меня еще храм. Но туда заходить можно только, если у тебя есть штаны, либо если ты девушка, должна быть в юбке. В шортах туда не пускают. Но сейчас уже закрыт, так что уже поздно туда идти. Так, еще немножко еды. Сейчас, ребят, покажу вам тут целый... Ой, как тут тесно. Людей все-таки много, хотя уже ближе к вечеру время идет. Нормально, как крошка-картошка. Thank you.
Так, ушли с проспекта еды и всяких деликатесов и гуляем по обычной улице старого Пхукета. Такие вот узенькие тротуарчики. Это у нас Ливневка. Ну, в общем, такие вот двухэтажные дома везде. И тоже есть пробки. Несмотря на то, что вроде как это у нас старый город. И тут не очень много людей живет. Но вечер, видимо, туристов в этот сезон стало гораздо больше. Поэтому пробки. Так, гуляю тут по старому городу. Нашел ресторанчик, который был отмечен звездой Мишлен в этом 24-м году. Вот так он выглядит. Такая входная группа. Давайте посмотрим меню и цены. Вот такие цены. Но есть и попроще. Вот за такие цены можно купить салатики. Что у нас тут еще есть? Мяско. Что-то жареное. Десертики. Ну и коктейли, конечно. Ну, такие тут ребята работают. Day and Night называется. Ладно, продолжаем гулять. Ой, там что-то улица каких-то прям красных фонарей китайских. Посмотрим, что там. Так, это у нас торговый центр Tops Daily. Вот так его украсили. Видимо, к китайскому Новому году. В феврале будет китайский Новый год. Здесь будет много-много китайцев.